Приветствую вас! Вы смотрите Бла-Бла-Стрим с миллиардером Андреем Драгуновым. В каждом своем стриме я рассказываю о миллиардах чего-либо. Сегодня я расскажу о миллиардах килограмм мусора в городе Краснодаре. За мной стоит мусорка. И вы видите, что этот мусор не убирается уже несколько дней. Сейчас подъехала машина, убрала всего лишь два контейнера, но мусор продолжает лежать. Куда смотрит губернатор? Куда смотрит мэр? И почему наши люди должны жить в грязи? Мы платим исправно деньги. Мы делаем все, чтобы был чистый город Краснодар. Но мы видим другую ситуацию. Антисанитария. Крысы, мыши. Почему мы должны мучиться от этого мусора? На сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках Бла-Бла-Стрима. Всего вам доброго и миллиарда положительных эмоций.